по вахам, там этот самый, ну, к вам вопросов не было, чтобы, ну, мне не писали в ПМ, что там баф не то, вы сами должны раздупляться. Так, моя протаура, этот самый, все расставил эту от магии льда, вот, все остальные так и остаются, как есть. Этот самый. И вары там крик на хп не забываем обновлять. Стакаем раскол брони. Эйдан. Что еще? По инерам. Эндрига. Заливай ману Хазарагу. Никон, заливай пистоли. У нас только два дубля. Лови большого. ДК Митриус, лови большого. Поймай большого. Играйте в большого моба, мелкий трэш я подведу, вы его побочным АОЕ зальете. Отвернули только. Нет. АОЕ. И там мелкие. И остальные бейте большого РДДшки. Мелкие и мелкие за АОЕши. Мог. Ну, ледяного. Заливайте трэш, хавкер, напуливай трэш на это, на майфрейма паладина. Ну, кто там не обкашит гомеопатии и все остальные, давайте быстренько. Я чарю. И дерни ледяного на себя, я всех остальных заберу. Впервые ледяного слейте. Ледяного впервые слейте, шипе. Пусты. Кто там, ну, память войт. Точечно. Слей, а потом заунешим все остальное. Не дышал. Самый хавкер на пуль сейчас на меня трэш верхний. ДК, притяни того одного, который дальше стоит. Во, молодец. Кто? Никон. Красава. Просто лучший. Этот самый. Достаньте там паладины, ретрик, идите, дайте мастан. Во, блять, войско еще. Блять, вы такие просто, ну. Давай. Подожди, кольцо, да, гнев небес, попробуй хоть тебе хоть что-то залить. Напуливай этот на меня трэш. Ну тут его сколько, что это просто. Первый раз напулил уже. Сакру дал. Там гим на хп споти, кто может. Я косты сбиваю. Главное, чтобы не в рейд не дышали. Смотрите, кто срывает, бегите к танкам, а не от танков. Таурену мастан дайте. Андриага, подымай Никона. Никон, подымешь пистолу, захилите кое-как. Оком занят. Гимн на хп дайте, там паучий хват. Я на лоране. Да. Я уже дал. Мой хил. Да, потому что, ну вот, блин, зачем вы, вот этот Никон, зачем ты лезешь к трэшу? Встаешь как, ну, в натуре, как орел, блин, возле трэша, блин, ты не видишь, ну, что ли, что ты лезешь прямо на трэш? ДК начинает давать войско, отошел еще назад и дал войско, сагрил вообще, ну, вы просто два уникальных типа. Да...
Так кто сагрил, если не ты? Короче, ребят, просьба. Я не могу, типа, в РК сидеть, у меня из него дропает. Можете моего твинка там в гостиной перекинуть в этот чат, и я выйду тогда из этого. Короче, я не знаю кто, но вы очень косячно все сделали. Вы сагрили весь инс трэша, просто весь инс. Вы очень нехорошо сделали. Если я спалил, кто это, ну, вы получили бы ГП, честное слово. Я думаю, выйду на мувике все есть. Ну вот, кстати, да. Вот Войда мувик посмотрим и дадим ГП. Постфактум. За заслуженный косяк. За то, что не признались. В натуре. Я не поленюсь, я даже посмотрю в войдовский этот. Резните звук ДК. В натуре не поленюсь. Типа, если это такой вид троллинга, чтобы я сорвался, там начал орать, то вы, ну, хуй дождетесь. Хавкер, выбегай. Паучья хватка, ты играешь, нет? Да, я на ламру зашла, чарку куплю у хадиров. Сейчас я полностью зачарю. И вы уже около ребра? Ну, почти, да. Какую чарку на шипа брать? Ты туда, на пульт пляж. Крит с ПД там есть. Аккуратно под стеночкой идите, блин. А то сейчас опять сагрит тут пачку трэша. Не лезь в ДК. Этот самый, смотри, зуб ДК. Звездочку притянешь. Второй ДК, Митриус, притянешь печеньку, короче. Слейте две метки впервые. Не врывайтесь сразу за ОЕ. Притяни звездочку, зуб ДК, хватка смерти на панели. Ой. Ничего себе, у тебя получилось. Я не танк, ты мне это не говори. Так просто притянуть хваткой в рейд. Там не обязательно быть танком, там просто притянуть эту хрень. Какие вы несообразительные. Так, добиваем этот самый Митриус. Давай, побежал вперед, я кидаю тебе. Мы уже на ребре, так что паучья хватка, давай ускоряйся. Зачем второй, вы лезете за ДК? Вы видите, ДК бежит. Зачем вы лезете двоих этих агрики? Бейте того, на котором ДК. Этот, Хавкер, напуль на меня моего. Хавкер, свечи моего и напуль на, пожалуйста, большого на протопала. То есть тебя сорвет, все левую бьют. Ну да, я знаю, но сейчас так-то вы перестанете бить левую и свечите в мою. Вот. Ну вот. Где эта паучья хатка? Я сейчас зайду, подожди. Она летит. Ставьте сейчас шкаф возле ребра. Заходи в игру, там, если у тебя не будет хватать только одной чарки на плечо, то я тебя прощу на этот раз. Она будет полностью зачарена. Ставьте стол, пожалуйста.
Так, этот самый Халкер, где? Шкафаните, пожалуйста, Локи. Ну, берите, вот стол маговский стоит, берите все жратву. Паучья хватка, я тебя сумоню, гомеопатия тоже, давай сюда. Еще раз посох остался. Ну давай. Кушайте рыбку, все пейте фласки. Рейд сейчас не айс, и поэтому, ну, у каждых 120 апа не будут лишними. Ну, разве только вот настакает этот самый чуму там. Тогда ладно. Порчу. Паучья хватка, сумонься. Ты уже чернула пояс? Да. Спасибо тебе огромное, секонд-зол. Не за что. Дали бафы по престу. Давайте этот самый, кушайте рыбу, пейте фласки. Есть у кого аддон, который показывает фласки? Чек на баф, а чек на пул. Стойте, суманите с это, гомеопатию. Ну так я суманул же тебе гомеопатию. Не было, нет ничего. Еще раз. Идем без АФК, если ролите на какой-то другой спец, пишем в РК. Вот. Вот. Так, что еще хотел сказать вам? Ну, в принципе, все готовы. Этот Дмитриус начинает, пуляй. Нам на если кто будет умирать по лужам, вы будете получать ГП. Вы не должны стоять в лужах. Дайте веру. Хант на выход, кстати, этот хакер, подойдешь к рейду. Эй, дам, это ГП, подкли в лес, ну, это 100% ГП. Я побегу влево, а побежишь вправо, понял? Залезьте, шип. Как кинули как капли. Хавкер, готовься прибежать в рейд. Рейд не разбегается на вихре. ДК убегает только не туда. Вот туда, ближе к стеночке. В эту сторону, вот сюда вот. Чтобы он не летал через рейд. Съедьте на протопале шип. Вот видишь, что ты делаешь? Сволочь. Съедьте шип с протопала, пожалуйста. Дал сакру. Сливайте шипы, милики. Захиливайте рейд. Хилы молодцы вообще просто. Ну лучше. Давайте сюда, вышли с лужи. Подтягивайте ДК. ДК протяни на себя, чтобы было рейду где стать. Ты видишь, там все залито. Я стаунтил. Уйдите из-под клива. Станьте во фрейм. Шип там вон на ДК шип. Забери ДК, вот. На ДК шип слейте, пожалуйста. Вот. На ДК шип слейте, пожалуйста, РДДшки. Ребята, давайте, чтобы я не повышал голос. Миллизона, зауешили шипы. 4 шипа, это как вообще? Играйте в босса. Не стойте в лужах. Так, я бегу дальше от рейда. Дмитриус, любой ретро, киньте капельку. Халкер, выходи с лужи. Дмитриус, ахильте хорошо, я отбежал. По нём там, кто там сварил? Рочестер, не стой в лужу. Этот самый. Рейд, сместитесь в центр комнаты, пожалуйста. Рейд, в центр комнаты, сместитесь. И шип на протопале. В этой милике разбивайте шип. Вот. Отлично. Не так уж и плохо, я думал, будет хуже. Олег, раздавай лут. А, забыл. Эй, нам ты в РК? Я имею право на ролл? Да, имею право. Нет, ну ты получаешь ГП, блин, за тупые слаки. Это не Эйден, не говори. Ладно. Кто осколок первый получил? Левый, 5 осколок. 5 осталось. Больше вроде нет.
Стак и раскол на боссе и кричи на хп по возможности. Да, он умер на пуле сразу, он влез под книжку. Пояс на мейн. Играйте в трэш. На пуль халкер, на майфрейме трэш, пожалуйста. Не сагрит. Кто там спрашивал про право ролла? Это ты еще поспрашивал Такасуги? Да. А у тебя есть аддон и ПГП? Нет. У нас все вещи записывали. У нас все вещи делятся по этому аддону. Тоже надо скачать, чтобы видеть какой-то ППР. Вещи отдаем ППР, на main spec, на off по роллу. Здесь процентов. Ролите на off. Амулет, холи пристер, друг на off spec. Давайте, так Асуги тебе надо? Да, да. Ладно. Вот ему все нашел. Ладно, он умный. Это, тебе надо шмот, просто роль, короче, а тебе, если ну, он никому не будет там нужен, типа, ну, у тебя там пэра нет еще. Так, это самый, пожалуйста, звук ДК, спекни с танка. Повороте. Объясняю для тебя. Объясняю чисто для тебя. Забираешь вот этого моба, что здесь выбегает. Смотри, видишь протопала? Давай Джулиан потанчит, лучше у него больше опыта. Да, пускай Джулиан. Если у него есть танк аспект. Есть у него сейчас пятница. Ну так пускай спекнется. Пускай он потанчит, пускай как раз у нас и будет АДК и все будет. Джулиан, как если тогда в танке? Я просто не знаю, там ты собираешь постоянно, я не знаю, какие он. Ваня, забери. Забираю. Играйте. Так, это самый по трэшу, ребята. У кого будет меньше набито, чем 900 тысяч в трэш, ну, получите ГП. Я, ну, если мы вайпнемся, у кого-то меньше 900к в трэш, это ГП, это Никон бревно, диспель, пожалуйста, рейд, и помогают ему маги, короче, шаманы тоже диспелят. Этот самый, по контролям, у нас только два друида, поэтому, но у нас плюс, у нас 6 престол, поэтому престы, вот где там фир, по КД, ну, на законтроленных, там должны расфиривать. Ну, еще одно, что я хотел сказать, паладины, сливайте капли, у нас 4 паладина. Вот, если кто-то умрет, потому что капля будет на боссе, вы получите ГП. Чек на пул. Все, все готовы, начинайте, пуляйте. Трэш очень активно, заливайте. Давайте, ребята, трэш вышел, все свитчат в трэш, быстро. Очень быстро, очень много урона в трэш дать. С моей стороны мобы фуловые стоят, сейчас будут взрываться быстрее. Смотрим контроль. Паладины слили капли, смотрим контроль. За контроль, фир. Вот этот декап по зеленку нужно сливать, короче, этот самый. Марантис, удайте БР, это Эндряга, это демон, дай БР. Эндряга, дай БР Марантису. ДК, сливайте зеленки по, ну, перед этим, перед контролем, чтобы, ну, дальше. Дайте бабку Ханоку, пусть про бабку кто-то, паладины. Кресты там. Играйте активнее в трэш с моей стороны, у меня фуловые три моба стоят, быстро по трэшку. До контроля Эрдру, ТП Вару контроль, быстро. Вару дайте циклон, Сова твою ж мать. Вот, Вару бегает, косит рейд просто. Кирилл. Сейчас убейте босса. Трэш. Давайте в трэш. Активнее по трэшу. Это последний трэш, что будет, ну, 2 пачки, поэтому делить, мы идем босса.
на пул первый даете на Митриуса, хавкер напуливает там сразу на него. И раздали контроль. Там на последней секунде, если что, может откатить. У меня секунда до этого капли. Диспел босса. Вот отлично, молодцы. Откатило в контроле. Смотрим, трэш вышел, играем в трэш. Дали танкам набрать агрос, играли в трэш. Хавкер, напуливай, выводи босса. Паучья хватка, как умираешь? Меня выкинуло в текстуры. Это там. Играйте в трэш, вот, отлично. Духи. Смотрим. Да я вижу, ну помолчите, блядь. Выводи босса, выведи в центр. Законтрольте своих. Лока. Приста законтрольте. Смотрите, снизу выйдите, в лужах не стойте. Сейчас духи появятся. Готовьтесь контроль. Паладины, кстати, капельки слейте. А, у меня не было капли, кстати. Я не слил, вот только что слил капли. Не было капли на босса. Играем в трэш. Милики, свитч по трэшу. Я подведу трэш в мили-зону. Играйте в трэш, пожалуйста. Смотрим. Сейчас будет контроль, готовьтесь. Засиливайте рейд. Сейчас будет контроль, идущий сразу. За контрольный. Своих Рочестеру контроль. Рочестеру циклон дайте. Вот. Отлично, молодцы. Смотрим Рочестеру. Еще один циклон Рочестеру. Сейчас сбреет кого-то. Духи. Смотрим духи. Духов не ловим. Духов не хлопаем. Вот, отлично. Сейчас появится трэш. Это, походу, будет последний трэш. Вот. Играемся в трэш. Быстро. Фулл ДД милики в трэш. Милизона. Играйте в трэш. Быстро. Быстрее по трэшу. Больше урона. Все. Добивайте мобов. Смотрим, духи появились. Смотрим. Не ловим духов. Раздали контроль. Рочестеру контроль. Рочестеру циклон киньте, чтобы не убил никого. Раскол обнови. Вот. Играем в боссы. Играйте в боссы, ребят. Смотрите, сейчас выйдет трэш. Его уже не будем бить. Я его отведу в сторону. Я подведу на мили-зону. Духи, мили-зона, дух. Мили-зона, сейчас повезло, что у нас ДЦ и там куча хилов. Добиваем босса. Проклятие, дисперти порой. Раздайте контроль своим. Все, отлично. Берни тебе получу хватку Хазарака. Так, Зигспал, ты это... Шлем, да? Нет, мне не нужен он. Ты говорил, за шлемом идешь. Паладин много перепутал. Мне только фурик остался, могу фуриком зайти, если надо. Больше нет. Не, будет паладином, все хорошо. Если тебе паучья хватка, покинь там тело, будь ты сама. Играем трэш. Это самый на левую сторону, там не жмите скаловскому трэшу, чтобы бой не повис. Смесите сразу направо, забегите, пожалуйста. Во время трая, пожалуйста, ребята, закройте свои рты. Я все скажу, я все вижу, у меня весь рейд как на ладони, типа. Ну, мне не надо вашей помощи. Если мне нужно будет помочь, то я попрошу кого-то помочь мне. Хорошо? Просто вы начинаете говорить, я сбиваюсь. Хорошо. Я отвлекаюсь на вас. Давайте дальше направо на трэш. Так Асуги будешь это ролить? Почему шлем Митриус ушел? Благодарю духов, что... Потому что БР выше. Митриус выше. А счастливый чего у него не вышло? Счастливого меньше был БР. БР это типа приоритет. Этот Баба Бэк, тебе надо. Тебе плечи надо, ты просто накидал. Думал, никому здесь не надо. Давайте это самый на дракона. Зачем ты эти нарочи за фул отдаешь? Да, не бисы. Скоро они не стоят того. Мусорный шмот.
Там вообще всякий мусор, ну, типа, можно отдавать там. Ну, типа, лично я бы отдавал, типа. Я когда, как, ну, раньше собирал там за ДК, то я отдавал вот такие вот дамские наруши, там вот это все говно за 10%. Давайте на корабль быстренько. 4 человека, кто сядет в пушки, поставьте плюс, пожалуйста. Бой висит. Бой висит. И не висит за бой, спал. Ничего не спал, возвращайся. Давайте, блядь, вот почему вы, сука... Блин, ребята. Лезете куда-то вперед. Ну, дальняя точка, у вас должен быть танк, короче. Дальняя точка. Зурпал, у меня будет тебе большая просьба, этот самый. После сурка спекнется в протопала, этот самый, мне нужно будет отойти 3-4 минуты. Вот, этот самый. И потанчишь трэш там. Хорошо. Вот. Да, окей. Давайте на корабль. Этот самый. Так, берите джетпаки все. Итак, я завожу, пушки заняли. Я вижу только одно тело на пушке, счастливый. Кто еще на пушке? Садитесь, берите пушки. Два тела, три. Еще одно тело на пушку. Четыре тела. Отлично. Я завел, берите пушки, там ДК истерию, там кинь. Ну, на чью-то пушку потом. Как будет этот. На нашем корабле, ребятки, большая просьба. Вот синих мобов заливайте сразу, бурстите. Желтых будет два моба. Их не долбите, короче, когда этот самый, они выйдут сразу. Я их наберу агро, и тогда их зальем. Кто на нашем корабле умрет, когда на том корабле будет мах, вы получите ГП. Вам понятно? Кто на нашем корабле будет долбить трэш, пока там мах, то вы получите ГП. Выпал, хорошо резался. Только быстрее. Ладно, на ну, Пала мы простим на этот раз, это не такой босс. Играем в трэш. Милики там вот, вары. Залезьте быстренько тут, можете да, анхолик кинуть лужу. Залезьте, короче, я не вижу урона в топочке. Идем пачек. Идем трэш. Перелетели рейд. Рейд полетел на тот корабль. Там аккуратно под рожу к ДК не прыгайте, там где ДК танчит, иначе вас сбреет и вы получите за свою тупость ГП. Вот. Отлично, молодцы. Трэш заливаем быстренько. Прилетели, рейд. Это там для гадаш БР Оксане. Ары на сурке и так не понадобится. Только друид, пожалуйста, дай БР Оксане. Вставай. Там не вдвоем пати мах. Нам потом на лиге, по-моему, бэрил кого-то. Да, ну тогда Никон пускай даст бэр.
сразу дайте бафу по Оксанке. Ну, Пал, мы уже добили, если ты отходил, давай это, Винс, заходи, Винс. Да, покидай тело, ресурсы. Быстрее, Гухпал, давай Винст. Олег, ты раздаешь лут? Это там, Локи, шкафаните, суманем бабу быка. Локи, поставьте шкаф скорее. Я запускаю сурка, жмите на шкаф. Я запустил сурка, суманем их быстро. Жмите нас, Сумон. Быстрее. Наручи нам реплика надо, а дека кому-то. Я тебе там, короче, этот самый ассист. Ой, перегон. Типа, чтобы они видели, что там что-то ролики. Дали фул рыбав, крестобав лапу инту, обновили уже, сели от пилиману. Бафайте все классы, точечно, чтоб там бафаться на чумке аж уже на этом. Хотя пойдем на лед впервые, короче, впервые идем в Синдру, короче. Вот, впервые не пойдем простыми путями. Сразу пока вы свеженькие на Синдру, короче. Становитесь по местам. Дайте рыбу. Сегодня я исполню. Жалкий старик. Ну, он уже навряд ли успеешь покушать. Две рыбы стоит. На пул на Митриус, ребята. Кто не будет бить трэш, получите ГП, если мы вайпнемся. У кого меньше 60к в трэш будет, и мы вайпнемся, вы получите, ну, по 200 ГП. Поэтому смотрите сами, стоит бить тебе трэш или нет. Выбирай дефа. Играем все в трэш, быстро. Быстро по трэшу. Это не трэш, этого не убило. Не, не могу дать. А то, что вторая пачка трэша будет. Этот пох, призви войско. Пох. Дыхай, призвёшь войско. Пон. Призвай войско, дыхай. Вот отлично. Следующий этот зуб ДК призовешь войско, как, ну, на следующем трэше. Столетие озарения Хазараку, пожалуй, стоит.
Индрига, не там пистоли залил. Давай, Индрига, войско. Индрига, войско. Повороте, войско. Дав, дав. Давайте, добывайте босса. Это клюкло, дашь войско, короче, в конце, чтобы крашли. Уже можешь давать войско. Пока. Пока нет, короче, представим. Класс. Давайте босса выигрывать. Отлично, молодцы. Зелье упало. Копар ГЦ. Вольте волю. Один вар рулит. Класс. Так, это самый. Я иду, открою портал, этот самый. ПР-3. Можно ролить, да, Олег? Да. Ну, ты же на АДК ролишь, ты же АДК шел, так роль. Значит, ПР 4, а не 3 выигрывает. Кстати, вот это вот, что с ПРМ 3, там он еще и так ГП должен был получить, так что... Этот самый, паркуйтесь, я открыл портал. Паркуйтесь все, быстренько, рейд. Кто там сзади? Там один Рочестер должен остаться стоять. Бегите сюда быстро. Зухпал, спекайся уже. Врата. Зухпал, спекайся, врата, быстрее. Давайте рейд на портал кличу, быстро. Весь рейд на портал кличу. Побежали и станьте внутри, там, на портале у Лича. Кто сейчас лагнет Вальку, будет бежать, как косолап. Вот, я веду Валькиру, короче. Я веду Валькиру, все на портал кличу, быстро. Давайте туда, чтобы вторую не сагрить. ДК забери, я буду собирать мелкий трэш. ДК забери Вальку. Играйте в архиве, без тактики, не хочешь. Давайте трэш быстро. ДК, беги за второй валю, пока мы сливаем трэш, беги вторую вальку. Ага. Блин, гоните ДПС, сука. Для скина. Ну, сколько мне? На, короче, я линкую в чат. Там вчерашний рейд ты, Олег, не вписывал еще, нет? Не, не вписывал еще, там видео надо смотреть. Играйте вальфиру. Точечно вальфиру. Трэш потом заувешен. Зухпал, спекайся, врата. Ты уже давно уже. Хорошо. Этот самый Олег по команде, пока там трэш налет, чтобы они там не лайк не установил. Я отойду где-то 2 минуты, как раз пока трэш. Нужно отойти. Я не вальфиру линкую. Сейчас, секунду. Так. Все, давайте, убейте трэш пока, мисс. Я сейчас подойду. 2 минуты. Диспал, ты спекнулся? Погнали. Чего вы стоите? Кажется, здесь третий танк помешает.
Давайте, милики, звездочку, РД-кружок. РДД еще череп будет бит. Милики, отбегайте от черепа. Уйдет, дамаг проходит. Какой там РДПС был у Рейда? Кто-то помнит? 220. Меня слышно сейчас? Да. 90. Просто никто не помнит. Самые низкие РДПС за неделю. Версии хорошие кончились. Не, на самом деле просто нету Роги и Ферала. Кажется, было... 290 за глаза, чтобы убить Лича. Лич убивается при 216 КДПС, по-моему. Так что, ну, 290 это за глаза. Да нет, 1240 там много. По-моему, минимальный, с которым я убивал, около... Ну, 250, наверное, или 240, вот так как. Если будет вампир, а не, ну, ебланит на цифры в аккаунте, то все будет заебись, так что, ну, давайте не будем. Я когда еще на PvP гильду собирал, там типы были просто, блин, по 6к, блин, по 5.9, и мы убили Лича там 210, по-моему, или 215 КДПС. Уже потом мы ходили там по 6.4-6.5 сносили его, а до того там, блин, рейды по 6к ГС были. Это, ну, идите все сюда, кто там стоит? Фердинанд, ты хочешь, чтобы тебе сейчас там два моба по этому нашелкали по голове? Беги сюда к нам. Брат, забрал этих двух гомиков. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Зупал в танке, на Валитре и в этом, в танке, я аспектну с хила навалю. Здравствуй, привет. А что, там джексы ликвидировались? Или вы там босса бьете? Мы перед Валитрией. Играйте этот самый трэш, пожалуйста. Зупал, ну, ты остаешься в танке, я аспектну с хила. У кого есть спеки хилов плюс рейд, кроме меня? Ну, у меня есть, но... Тацуги, если скажете, что вообще делать на ДЦ... Нет смысла. Ладно. Лечу. Бафайте рейд пока, мисс.
ретро-ауру, кто-то один, у кого ретро-аура стоит, ретро-ауру лепите. Я не помню, там фера, либо счастливый, вот. Все отлично. А так, стойте. Еще маму пи-пи-пи. В порталах летают Пистола, Войд, Хазарак, я. И этот самый... И этот и Никон, и Гомеопатия, Хилити Рейд. Все, вы так, начинайте танки. Войд, свали. Я так и не могу прочитать это заклинание. Боссы. Зухпал, останься в танке. Я буду пятым хилом на этом, на Синдре. Войд, в ШП обратно, спекайся. Забудьте взять квест. Так, квест, кстати, берите.
А если в тучке спрыгнуть, не умрешь? Лучше спрыгни и за 2 метра до кинь на себе левитацию. Ясно, почти получилось. Почти. Так нельзя делать. Что, не поднять же? На КД просто левитация. Мысли на КД на секунду. Сейчас включу этот самый. Там и он не запустился случайно. Слышите? Вот. Ивент не запустился, спрашиваю. Не. Вот суманите меня сразу, пожалуйста. Ну блин, я зашел в игру, сейчас пропадет трэш. Суманите меня. Запустился, когда я уже в игру нажал заходить, короче. Суманите меня, будьте добры. Не пропал, а пропал. Я, короче, быстрее спрыгнул, короче, чем вы меня суманули. Не отходите там, этот самый никто. Пожалуйста, будьте добры. Не отходите, потому что некому бить трэш. Да я уже здесь. Все отлично. Встаньте под стеночку, встаньте, чтобы они не кастовали, они будут сбегаться тогда в одну кучу. Да, драконов точек нет. Звездочки, встаньте, пожалуйста. Там одного моба просто надо будет притягивать трейд. Если вы станете все к звездочке, он просто будет стоять в куче, мы будем его забивать, а у нее. Драконов мелких тащить нет. Да, да, да. Только я что-то провис, короче. Паладином. Что-то фриз словил какой-то непонятный. Там вы трэш дойти, нет? Ребят, раз, меня вообще слышно? Да, слышно. Объем трэш, который привели. Да, хорошо. Когда уешь, короче, когда убьете, проставьте, чтобы я зашел, у меня дисканула, короче. Игра будет почему-то. Что вы там добили трэш, нет? Нет. Ну, мы работаем над этим. Что? Уже можно заходить? Нет. Да, можно.
Добили трэш. Я вижу, я уже в игре. Спасибо. Сколько вы убили боссов в 10 гере? Мы секвенно с Синдром не уменьшаем. А. Ну да, это так же. В норме только. Был бы посообразительный рейд, и Синдром можно было убить. Просто там люди были такие, ну блядь, просто топорные, которыми говорили, например, отбегите от зеленого. А эти люди, короче, ну, вместо того, чтобы от него отбежать, просто, ну, стояли и бланили, и мывают у них на профе, потом я на них наорал, и, ну, они начали меня слушать, и у нас все получилось, первое правило, легкие просто на изи, вообще без напряга. Типа там, ну, шмот у людей был, типа, персонажи были там по 6к, по 5,9, можно было убивать, но люди там, игроки не те сидели, которые, ну, могли это сделать. Отойдите наверх, уберите снизу тотемы. Стяните всех звездочки сейчас. Кто там сзади стоит, вот Хазарак там. Зух ДК, давайте этот, подведите этого мудака сюда. Сейчас Синдра будет садиться, вот. Давайте этот самый, захиливайте рейд. Азарак, я не могу тебя прохиливать, прохиливай себя сам. Вот этот звездика тоже там встал сзади, блин. Давайте, все, все сюда. Мы уже убили трэш. Зух пал, одевай фрост резист, Смитриус, одевай фрост резист. Нет, нет, не меняем никаких бафов. Там этот, ничего не меняем. Хорошо, Митриус, там главное дефси нормально, это и так прохили. Там после каждой глыбы меняйте, все глыбы будем под боссом носить. Этот самый, ребята, хочу предупредить, вот это касается всех сейчас. Никто не стакает освобожденную магию. У меня, ну, в ладони все видно, короче. Ну, если вы будете стакать, вы получите ГП в натуре, Олег. Я скажу, дашь людям ГП, чтобы они там потом, ну, на меня нахуй не обижали. Чек на баф и чек на пул. Просто, блядь, если они не будут стакать, короче, мы идем с первого края. Будут, блядь, хуйней страдать, мы будем вайпаться. Чего не хватает, приз, баба-бык. Чего не хватает? Инту дайте маги, пожалуйста, будьте добры. Чекай на пул. Фердинанд, это в первую очередь. На второй фазе стоите все в звездочке. Никто не выбегает, там ничего не сбоку не бьет. Мирики, кто приморозится, это автоматически ГП, блин. Ну так, чтобы вы, ну, не расслабляли. Все, начинаем, все готовы, Митриус, начинает. У нас была бека без фрост резиста, поэтому, ну, его нужно хорошенько вхиливать. Захиливаем, рейд. Милики там много не набирайте. Три хила с освобожденкой. Два хила. Не стакать, баба бык не стакать. Это Тацуги, не стакай, не бей, Тацуги. Пять стаков по рейду, на чисто, бах. Не делай, смотри за дебафами своими. Иначе, ну, сейчас, ну, у тебя закончится рейд на этом же месте. Пойдешь в земную корону. Дмитрию зеленку отдашь под конец каста. Не стакаем пистола, Хазарак не стакает, я хилю танка. Вот, не стакайте освобожденку. Вот он не стакает. Меточки с рейда выносим. Меточки с рейда выносим быстрее. Прячемся за центральную, подбиваем глыбы. Справа близко падает. Справа близко падает.
Слева близко падает, слева очень острый угол. Прячься, ШП, прячься! Во, блин. Фердинанд это ГП. Переднюю подбивайте, центральную, слева далеко. На ступеньках слева падает. Прячься, ШП, прячься! Не успел. Ну, это двое ГП. Разбивайте глыбы, добивайте быстрее. Вот. И этот самый. Ну, разбейте, получу хватку быстрее. Ну, счастливого. Почему вы, блядь, мою глыбу расковыряли, блин, а счастливого не убили? Это 4 хила со освобожденкой, милики, не набирайте стаки, ни хер. Это не стакай. Не сфератус. Индриго, дай БР по зух ДК. Никон по Фердинанду. Фердинанд встанешь, сразу же СС скин на Митриуса, понял? Не стакай освобожденную магию, побежали от босса быстрее. Подбежали быстрее от босса. Получи хватку, это тоже ГП. Это уже вы трое, если мы вайкнемся, вы получите ГП. С освобожденкой не стакайте. Два хила хилит, ребята. Индрига не стакай этот. Тацуги не стакай. Тацуги, смотри за своими дебафами. Домашний босс пока что. Побежали быстренько. Смотрим меточки. Опять на мне меточка. Меточка с рейда Тацуги. С рейда Тацуги с рейд. Сука. Кто там не в это не в глыбах подбивать, я не вижу. Бейте глыбы, кто не в глыбах, разбивайте их. Фул ДД там поверхность, я не знаю. Два хила и два ДД. Этот самый ёжик в снегу. Дашь гимн на ХП, короче. Этот самый. Да нет, тут все заморозили. Бейте глыбы, если 2 ДД там есть у вас. Че вы ставите? Тут не смогу слить. 2 хила и 2 ДД. Значит, падайте. И падайте, чтобы не ждать, какие нас покидают, короче. И не уйдет мне дальше. Так из-за кого вайп? Что-что? Из-за кого вайп? Тацуги. Да приста Тацуги. Пиздец. Ну надо было вот. Рассыпную от него бежать, не знаю чего. Ну просто он стоял, а возле него стояло такое же стадо. Как обычно. Плохо было видно на нем метку, потому что он ШП. Ну, да я знаю, но я ему кричал в РК Тацуги, выноси метку, я, ну, вы слышали, ребята, я же не молчал. Не видел, что он в рейде. Почему-то я видел, что он в рейде, а вы не видели, кто стояли возле него заморозили там. Ну, блядь, хуй знает, куда вы смотрите тоже. Не так этот. Давайте к Синдре портуйтесь быстро, кресло тирайте. Он 4.4 что ли КС Тацуги? Ну, заметки написано. Ну да он еще не шарит, ну блядь. Ну типа он не смотрел, он не старался, поэтому я его кикнул. Я его просил. О, Ваня Валенько, ты тут? Ну, это 4К ДПС, а проблем сделал больше, чем... Ну. Короче, уберем 24 тела, я не буду добирать алчат. Креслитесь быстрее, тут ДПС не так важен. По пути, может, кто-то с нашей зайдет, доберем. Да, этот самый Зухпал пробафай, просто я пробафаю кулаки, короче. Этот самый, на этом трае вас прощается, вот эти, ну, Фердинанды, блядь, кто там еще вздыхал, блядь. Зуб ДК, короче, получи охват. На следующем этом, блядь, вы получите, короче, ну, ГП вдвойне, короче, если умрете на этом трае, и мы вайкнемся, вы получите вдвойне. Я думаю, так будет справедливо, сразу за два трая.
за два косяка. Это так для вас стимул, чтобы больше не ебланили, короче. Мотивация. Не, мне надо работать этим, как его, блин. Супервайзером, мотивировать людей. Чек на бафы, чек на пул. На сферату с чек. Дай ты до прото. Это миссия. Прото ауру дай. Жду. Раз, рыбы раз, нет. Слышно? Да, да. Я зайду сейчас, я вылетел. Надеюсь, вы не пульнули. Под столом задел кабель интернетовский ногой, короче, выдернул кабель. Нечаянно. Так, чек на бафы, чек на пул. На лед поставьте ауру. Там кто ставил на лед, так и ставьте. Все ауры стоят. Все, все готовы, начинай там. Нахидываем, рейд. Освобожденку не стакать, повторяю, я все вижу, каждого игрока. Милики там тоже старайтесь, много урона не хватает. Поймите, просто у нас стан без роста 301. Освобожденка, посмотрели, два хила с освобожденкой, паучья хватка, ежик в снегу, Маратис, демон. Не стакайте, стойте, курите. Можешь это, Маратис, вижу, тебе не терпится, можешь там писюн потеребить со стороны в сторону. Если руки нечем занять. Убежали от босса быстрее. Ну так зачем стакать? Паучья хватка это. Это, короче, косяк на косяке. Нахиливайте, рейд. Смотрим меточки. Барником есть? Меточки с рейда, смотрим. И этот зухпал ловишь босса. Смотрим. Глыба слева близко падает. Слева близко падает. Джулиан, это ГТ. По центру. Между глыб падает. Впереди. Ребята, фуловые глыбы стоят у вас слева в центру. Две фуловые глыбы. Справа близко падает. Последняя глыба. Разбивайте центральные глыбы. По центральным глыбам фул ДД. Ежик в снегу. Дай гимн на ХП быстрее. Вот. Зухпал лови. Разбивайте глыбы быстрее. Вот. Молодцы. Это самый Индриго. Дай БР, пожалуйста, Джулиану. Никон, дай БР получи хватки. 4 хила с освобожденкой, 3, Фердинанд не стакать, Митриус, дай все, Хазарак, хиль Митриуса, там просто резиста нет. Ну КД, мы бернем после этого, после второй взлетки под имени. Побежали быстрее от босса. Баба быка хильки, блин, нельзя никого ронять, у вас три хила с освобожденкой, на сфератах не стакать. Маратис не стакать, то же самое. Давайте дамажим, короче. Пищите смерть!
Смотрим, магия. Три хила с освобожденкой. Поднялись наверх. Бьетка, смотрим, на ком меточки. Выносим меточки. Меточки Слейда, вот, отлично. Вот. По центру прямо. Смотрите. Мы справа близко перед глыбами смотрим. Правые крайние склепы, я не вижу урон в них. Правые крайние, там урона вообще не проходит. Справа близко падает, справа близко, смотрите. Опять туда же, сова, отойди немного, сова заденет. Гимн на хп, спой этот самый, баба бык, пой гимн на хп быстрее. Разбивайте глыбы, фул ДД по глыбам, я не вижу, ну дайте по глыбам дамага, ребята. Вот, молодцы. Этот самый, Юберы откатили. Ёжик в снегу. Ну это ты не виновата, короче. Разбили тебя так коварно. ДК не отвернул еще, ну ладно. Этот, Эндрига, дай Бер ёжику в снегу. Никон, дай Бер Джулиану. Сейчас не стакайте. Беги, малышка, беги! Чуть не поубивали, блядь. Все, смотрим. Дамаги еще там 42% у босса. Я бабл уже заезжал. Пистола не стакай. Смотрите, сейчас за освобожденками. Фаза пошла, не стакать уже все. Милики, бейте только глыбы. Босса не коротите. Смотрим, войд под босса. Зухил, скинешь стаки, сразу меняй ДК. Дайте свободу. Освобожденная магия на фанипале, хильте ДК танка. Назарак, ты два хила хили, не стакайте освобожденку, Маратис. Хильте зухпала, вот, Рочестера захильте. Подбейте до пол хп, не разбивайте его. Не разбивайте сразу, все, оттянитесь. Оттяните, задотывайте пока, присты там, дотайте. Джулиан, хильте, разбили, войд под босса. Милики ушли. Милики скорее оттуда. Разбили, вот кто приморозится, кроме Рочестера, вот это, Джулиан, ты получишь ГП, блядь. Если сейчас будет вайп. Причем двойне, за то, что умер раз. И гомеопатия в сторону. Гомеопатию за хил сразу разбить. Разбить милики фулл ДД в гомеопатию, разбивать быстрее. Следующую глыбу под босса, Эйдан. Эйдан под босса, быстрее. Сразу разбить. Следующий тоже под босса будет притяга. Майфрейм под босса, хильте ДК танка хорошенько. Бедня не разбивает, бабла нет. Подбивайте глыбу. Все, стопните дамаг по глыбе. Берите глыбу. И все, следующий под босса, разбили глыбу. Нахуя ты говоришь бить? Когда я говорю не бить ее. Я говорил не бить. Не послышалось бить. Извиняюсь. Этот пистола в сторону, пистола в сторону, разбить пистолу. Сколько там у босса? 14%. Не стакать освобожденку, смотрите за магией. 4 хила с магией хилит, один холипал. Ребята, Носфератус, вот сам умер, сам уебок. Этот, ну, под босса, сова, под босса. На холипале освобожденка, короче, этот самый. Хильте танка. Им на хп слейте любой прист. Следующий под босса, Харкер, неси под босса. Нет, уйдите. Я вижу, на ДК почему нет СС и Фердинанд? Беги, малышка, беги! Прозапала, хильте. Не разбивайте глыбу. Следующий под босса тоже притягивает. Под босса, милики, уйдите оттуда. Все, станьте, сейчас просто вот захилим про холипалы, протопала, блядь. Просто хилим протопала.
На, я тебе дам каплю, короче. Все, да. В следующую сторону, добивайте босса. Очень туго, короче. Вот если. Не в сторону, Фердинанд, с рейда уйди. Подальше. Резните бичуганов, которые, ну, не умеют играть. Ну, ДК это не относится. Вот этот носирад... А можете, пожалуйста, объяснить тогда, как надо? Что именно ты объяснить? Вот, я стояла на лестнице, когда на мне была освобожденка. Потом прошла притяжка. Я, получается, я туда притянулась, и я не успеваю отбегать. Чем дальше ты стоишь от босса, тем меньше у тебя будет времени, чтобы отбежать. Да. Тогда с освобожденкой не стоит стоять в рейде, ну, и она да, будет просто хлопать. Понимаешь? Просто не бьёшь так эти стейки. Понимаешь? Если ты не бьёшь с освобождёнкой, она безобидная. Если ты долбишь, вот так как Марати, когда на 4 хилах освобождёнка, он стоит, блядь, с 3 стаками и долбашит. Ты что это было? Вот Ваня, это Ваня, куда идём? 2 кинул этого самого, блядь, стрелы и всё. Ну, блядь, так такое этого не надо делать. Ну, я же нормальным языком говорю. Вот ты говоришь, я кинул 2 стрелы. Ты пойми, я просил этого не делать, ты говоришь, я кинул 2 стрелы. Сука, вот ты вменяемый человек, объясни мне. Это или вайпнулся кто-то, я тебя не понимаю. Все нормально. Не надо просто так делать. Если вам говорят, не делайте, то вы не делайте, чтобы я на вас не орал. Идем туда, чумку. Хорошо. Просто потом получается, что, ну, я сказал не делать, вы делаете. Я вот на вас ору, вы обижаетесь. Хорошо, в следующий раз буду стоять в рейде и ничего не делать. Да, стой в рейде, ничего не делай. Вот я хулипалом так и стоял, на мне было 7 освобожденных, по-моему. Я все 7 не, освобожденных. Я просто боялась то, что я тогда хилов напрягу, поэтому я отходила. Потому что я... Ты хилов напряжешь, если ты будешь с освобожденкой стоять в рейде и кастовать. Понимаешь? Ты отходи влево-вправо, если отходишь, а не назад. Если не надо выбегать вообще, если не надо просто кастовать, да и все. Как вы этого не поймете? Идемте на чумку быстренько. Убьем чумку профа, пока вы еще свеженькие. Шел ты сегодня без прицела, били сильно. Так. Или там забери боешку. Зухвал, спрякайся сейчас в этого в ДД уже. Сука, лезьте вперед танка, ну вот Зухвал, не лезь. Уже я в танке, я буду танчить. Дайте фулл стан, мат стан. Отойдите, мах, отойди, не сагри вторую собаку.
Да, берите. Вот, выбираю. Собак, не лезьте больше никогда, упал, спекайся в ретрик обратно. Не лезьте, там еще одна ловушка, ребята, вы не видите, что ли? Нет. Запустите ловушку. Один кто-то, запустите ловушку возле гнили, бегите. Один к тухлому, я не помню, по-моему, со стороны тухлого ловушку запустили. Декан, ну беги туда, забеги гнили. Что ящик есть? Ну, на это. Гнили, поставить этот кап Фердинанд. Так, стойте. А есть джипс у кого-то? Так, слушаем сюда. Смотрите, ханта, ханта уже тут, в РК, надеюсь. Да. Так, два ханта на рейндж. Так, тогда идут 4 приста на рейндж. Тогда идет на рейндж сова, идет Фердинанд. Все остальные под боссом. Кого, когда кто-то умрет, выбегает на Сфератус, Амнистия, потом Маратис демон. Портанетесь. Пистола тут, нет? Тут. Я захожу сейчас. В центре, ребята, кто будет там, ну, кто будет стоять в милизоне, ребята, стойте в красном кружочке под боссом. Во фрейме. Вот выделите босса, вы увидите красный кружочек. Вот, когда он будет оборачиваться в какую-то сектор блевать, то этот самый, то вы должны с этого сектора убегать. Фердинанд и Сова, желательно встаньте вот здесь, чтобы вы там, ну, а то вы потом, ну, ты, Фердинанд, начнешь двигаться и начнешь заблевывать людей. Чекаю на баф, чекаю на кул. Зухпал там кулаки обновил пару или людей. Все, все готовы. Давай, пуляй, ДК. На полный Митриуса. Поставь в центр, ровно в центр кружочек этот. И Рейд тоже встаньте в кружочек этот. Лог, демон, подтянись ближе в мини-зону. На тебя кинет блевоту, ты заблюешь в мини-зону. Зуфпала, хильте. Там нет бабла, там крылья. Липучка, вонючка! Я пока не могу прочитать это заклинание.
захиливает терен зону. Смотрим за лужами. Лужа, двое ШП, двигайте. Оттяните за центр немного. Не стойте, а то вы достанете до центра. Там стоят криво, короче, люди. Хильте ДК. Там большой, захиливайте, отдайте чешку. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Надо подождать. Эрдру, дай БР, пожалуйста, по Рочестеру. Сразу его забафайте. ШПшки смещайтесь, Фердинанд смещайся. Ахильте Хан там блюет в луже, короче. Ханта Ахильте хорошо. Хан, ШПшки смещайтесь, Хан смещайся. Войд, двигайся там. Войд, пробегай дальше. Там место для ШП, оставьте, ШП сдвинься, а то ты заблюешь центр. Вой, там наберите рейндж друг от друга. Рочестеру обновите бафы, на Рочестере ни одного бафа. Каску, кулак, паладины, поваром, бегом. Отличные новости, народ. Все, там легко, ШП, хан, двигайтесь. Мы же там. Вот. В центр вот так вот не подбегайте, вот какой это ШП так бегает. Баба-бык, вот ты будешь так бегать, ты вайпнешь рейд. Захиливайте меня, там в центре будет большой сейчас. Прожмите чешки, у кого остались. А, нормально все. Там будет взрыв, готовьтесь, скоро взрыв будет. Отличные новости, народ. Я по максимуму постараюсь оттянуть, чтобы не было взрыва. Заготовимся взрыв. Рейд побежал, побежал рейд, бежим рейд, быстро с центра выбежали. На рейндж, набрали рейндж друг от друга, наберите рейндж. Вот, отлично, молодцы. Заказал. Блять, во всех рейдах падают эти перчатки кожаные, кроме того, куда я иду варом, блять. Да, да, давайте этот самый. Быстренько на тухлого. Это спина кому? АДК. АДК можно рулить? Ну да, спина. Спина на АДК бис. Мне лучше. Это не, это говно. Роль ту, что там. На мейн. Сколько набрал? А давайте следующую трубку на крыльях. Так, этот самый, кто бы мне хотел сказать. А, никто не падал, а не Рочестер. На Рочестере бафы есть, каска, кулак есть, лифта баф есть, лапа есть, чек на баф, чек на пул. Зухпал, Феро. Зухпал, Феро. Все готовы, ДК, начинай. Говна медика зайду. Спасибо. Кто говорил? Я чуть... Уже поздно, короче. Одну спору к пистоле. Я звездочку поставлю. Одну спору к Хазарату ставлю печеньку. Наберите рейндж, вот эти все, кто блюют там, блин, олени. Просто наберите рейндж друг от друга. И спору отнеси к печеньке, сова вот
Ну, ты не можешь подбежать, ну, к печеньке. Кто умрет на едкой гнили, получите ГП. Ловите споры, ловите стаки, вас не будут ребафы, ваши ребафы очень много времени тянут. Хильте хорошо ДК. В валу исцеления, мили зона, пельмень, смотрим, милики, прибегите, не ловите. Не всегда. Митриус, кину тебе каплю, не отдавай, пока не выбьем, дал каплю. Форест, не слышал. Вот, молодцы. Ну, продавай не зубленьку, все там. Еще один сталк я заберу с тебя. Не хиливай ты, вот. Три человека, отлично, наконец-то же набрали раньше. И хильте меня хорошенько. Протопал забрал босса, если что, хильте протопал. Последние споры сносим. И этот Джулиан вынес и спору к шаману в печеньку. Юхпал останется в центре дома. Хильте протопало. У меня прокает ревность, но ребята, я отдаю дефу, ну, пока дефу нормально жмут. Так в чем причина? Я дал сакру, все, прожмите. Отлично, захиливайте рейс. Вот, отлично, молодцы. Добивайте босса. Больше урона, ребята, очень долго бьем. Сейчас на пропе из-за того, что нет урона в рейде. Нужно будет очень хорошо соблюдать тактику. Очень, ну, стопать очень точечно, все нужно будет делать очень деликатно. Поэтому и вайпнемся мы на профи или нет, все зависит от вас, как вы будете выполнять мои команды. Поэтому, ребята, когда я буду говорить вам набрать максимальный рейндж от босса, ой, от зеленого, вы набираете максимальный рейндж от зеленого, а не стоите и потом умираете и потом получаете ГП. Добиваем босса. Очень долгий бой, очень мало урона, очень уж мало. Тапки упали. Кому там повезло, с каким паером заберут, интересно. Фердинанд, неужели ты унесешь? У Фердинанда есть. Ёжик, Войк, кто забирает? Хазарак, мастер, в чем переживаете? Хазарак, ГЦ. Хоть не жаль, хоть, блядь. Натуре, не, ну, нормальный хилл, не жаль, что ты, ну, забрал, блядь. Просто иногда вот некоторые люди забирают шмот. Не то, что мне там жаль шмотку. Мне, блядь, вот из-за того, что этот человек просто не играет, блядь. Ну, что он играет как, блядь, как мой сон, блядь. Типа, ну, меня вот из-за этого просто в живых нет. Давайте на ивенсе, быстро. Этот счастливый ты сделай все шэм сейчас. Так я уже собрал. Ну так где ты? После профа. Ну, да, после профа я хотел посмотреть. Фартанешься, пока мы почистим трэш, там совет может быть будем вести, а ты там камни, чарки сделаешь. Сразу нашел. Кто дальше на осколки по очереди? Плюс у них в рейде. У кого вообще квест на шем еще в рейде есть? Меня. Ну, поставь плюс в рейд у меня, блядь. Че орешь? Ну так я там плюс, чтобы увидели, кому скидывать до сколько. Че орешь, у меня кошка спит, ша. Да хоть хомячок, похуй.
Там это, вы бегите наверх. Там спуститесь вниз, Никон, на те там и Зухпал. Поспускайтесь, блядь, видите, трэш багается. Не ломитесь сразу, пока бой не спал, сука, не поднимайтесь наверх. Тупорылая привычка. Пустите все, станьте к звездочке, пожалуйста. Весь рай, сейчас эти уебни выбегут. Ну стой на месте, куда ты лезешь? Нахуя ты бежишь дальше? Подвинь сюда, они быстрее вылезут. Чем ты будешь там бежать, ты простишь куда? Ну если стоять на месте, они не вылезут. Так вот, они вылазят, как не вылезут, еще быстрее вылазят, чем до этого, блядь. Все, не бегите, блядь, никогда вперед, когда, блядь, ну, на вас висит бой. Стойте здесь на ивенте. Вы еще за столько лет не научились этого делать или что? Ну, блядь, просто. У меня вот такие вот задержки раздражают. Чек на баф и чек на пул. Еще раз чек, отпивайте ману. Я дам время отпить ману, я вижу рейд там. На Сферату чего не хватает? Я пока не могу прочитать это заклинание. Чекай на пул. Никон, будь добр, пожалуйста, подхиливай Хотом и куколку, хорошо? Этот самый метрик, сказали, как водить, да? Вот. Давайте этот танк начинай, все готовы. Я буду озвучивать вам все, пожалуйста, на трайтон, молчите только. Чтобы я не слышал там. Этот самый, на Зухпала кину меточку для вас, ребята, милики, звездочка. Вы стоите так, чтобы вас откидывало в рейд от зеленого. Все, стопаем дамаг, я вижу, я все скажу, стопните дамаг, профа, 86%, стоп ДД уже. Там много дот, у нас 5 ШП, там куча, ну, не бейте. Зеленого уже свичим. Все в зеленого, фулл бд в зеленого слизи, быстро. Больше урона по зеленому. Вот кто это? Зух ДК, ты просто, ну, в повороте такой мудак, сберите цель зеленого, больше людей. Что случилось уже? Потому что ты долбашил босса вместо зеленого, это раз, блядь. Второе, нахуй, ты стоял как мудак, а не метки, это два, блядь. Давайте этот самый слизни со своими дебафами. Активнее, больше урона. Больше урона в слизни. Цель зеленого, сбегитесь. Давайте играть, играть активнее. Подхватывай куколку, я не вижу вдруг ход. Отбежали от красного, замедления на нем нет. Цель зеленого, сбегитесь сейчас. Цель зеленого, больше людей. Захилили рейд быстрее, все отлично, молодцы, играем в профа, смотрите, сейчас пельмешки полетят. Пельмени не ловим. Вот отлично, Никон поймал пельмень, молодец. Этот самый, играем в профа. Милики, колбы там аккуратно, РДДшки отойдите от колбы, Рдру, уйди с колб, нахуй ты у них стоишь, блядь. Смотрите, сейчас пельмени полетят и появляется красный. Пельмени не ловим, пельмени не ловим. РДД играем в красного. РДД играем в красного. Милики пока долбит босса. Милики бьют босса, милики бьют босса. Все, беги. Милики свищи в красного, быстро. Мили красного слизня, быстрее. Колбы оставляй. Ну вот, блядь, ты сейчас оставишь, там зеленый будет появляться, блядь. Вот хуёво ты отвёл. Отведи. Милики, сразу в зеленого играйте, сейчас колбы взорвутся, давайте в зеленого. Я выпил лужу, бейте зеленого. Пельмени не ловите, ребята. Бейте зеленого, милики, я допью лужу, купляю.
Захиливайте рейд. Цель зеленого, сейчас сбегаемся быстрее. Цель зеленого, больше людей. Все, от зеленого максимальный рейндж. Добили, пельмени не ловим, пельмешки полетели. ДК, вот в этом секторе ты должен перед зеленым оставить этот. Там колба выведу. Ну, выводи колб, там он кастует, видите, оттянитесь от колб. Красный появляется. Пельмени летят, смотрим, пельмешки не ловим. Ребята, пельмени, сова, двигайся. Играем красного, все фулл ДД, красного, быстрее. Милики, это милики бейте профа, короче. РДД, доливайте красного. Залейте хазарахмон. Давайте, бейте профа, переводите. Это как раз 5%. 4 секунды. Бейте активнее профа. Уводи уже к столу ДК. Переводите, больше урона. Еще процент надо слить. Больше урона. Еще. Молодцы. Хорошо. И дохуя. Чтобы было дохуя. Так два слизни. Да потому что, бейте. Сука. Бейте. Бейте со своими дебафами, дайте веру. Цель зеленого сбегайте. Цель зеленого больше нарубают. Молодцы. Ну, блядь. Да, вы не снесли, блядь, 4%, короче, блядь. За 5 секунд вы просто не снесли, блядь. Хуй его знает. А там буквально, короче, 2 секунды не хватило. Ну, да я видел, там меньше даже. Потому что, ну, не все бурстили, не все, блядь, ну, дамажили во всю силу. Было видно, что там, блядь, ну, бегали люди, не били, блядь. Потому что, ну, еблуете. В натуре. Ну, типа, было видно, что рейд не стал сразу вливать. Ну, лучше типа... ступать. Потому что они, да, в бомбах стоят, дамаг теряют. Да, потому что ДК водит. ДК, почему ты не предупредил, что ты не знаешь, как водить босса? Оставил колбы раз в зеленом, там где, блядь, милики должны были стоять вливать, там стояли колбы. Колбы взорвались там. Ну, типа, блядь. Ну, колбы взорвались до того, как появился зеленый. Я что, виноват, что там лужа тянулась? Нельзя там оставлять. Да поэтому я не пил там лужу, потому что я видел, что там колбы. Я и не спешил пить лужу сразу. Я уже подпил ее перед самым зеленым, когда колбы пропали. Я просто не хотел, чтобы выпить лужу, и туда подбежал кто-то с миликов и хапнул эти колбы, взорвался на них, понимаешь? Потому что, ну, лучше там будет лужа, и туда точно никто не полезет в лужу. Чем, ну, там не будет лужи, и они побегут бить зеленого и взорвутся в колбах. Улавливаешь логику? Больше урона, блядь. Где ваш урон, блядь? У вас, сука, ну, ГС, блядь, по 6,5. Он воет хавкер, блядь. Вообще, лентоните урон мне с профа, блядь. Когда я говорю дамажьте, то вы должны дамажить этого ебучего босса, блядь. Там, блядь, не хватило буквально, блин, доли секунды. Потому что, ну, пол рейда, вы вместо того, чтобы бить, вы просто бегали со стороны в сторону, метались, блядь, милики там какие-то. Там Таурен, я видел, корова прокнула, и он, блядь, вместо того, чтобы бить, он бегал. И ДК, ну, вместо того, чтобы отвести профа к столу, короче, он повел его куда-то под зеленого на переходке. У тебя ж ты танчишь босса, у тебя процентаж на лицо, блядь. Ты просто видишь его, блядь. Я не знаю, как ты, ну, нахуя ты ведешь на переходку под зеленую колбу. Нету ни на кого поменять. Нету замен пока что. Просто я с вами стараюсь разбирать ваши ошибки, чтобы в будущем их не делали и в других рейдах, но и в моих также. Понимаете? ДК танк. Смотри, объясню тебе вкратце. Когда появляется красный, колбы должны стоять вот здесь вот. Ты должен держать профа так, чтобы, ну, колбы стояли примерно здесь. И отводишь его сюда. Потом появляется зеленый слизень, оставляешь колбы здесь и подтягиваешь босса под зеленую. Понял? Смысл? ДК танк.
Меня слышно вообще? Или я сам собой? Да, слышно. Тебя слышно. Настя, ты живая с нами, а ты на месте бежишь. Настя, лимончик. Просто я в натуре вдаюсь в подробности, я вам объясняю ваши ошибки. Чтобы вы не делали этого в будущем. На этот самый Войд, процентаж босса я все вижу, мне все показывает идеально. Да я бы не говорил, просто привычка вылетела. Ты знаешь, что я релю, поэтому вылетел. Ну да, я ставлю. Ставишь. Настя, Настя, черный лимон, ты с нами? Каски бахайте, пожалуйста, паладин, я просил, чтобы... Секундочку, зачарят пушечку, вот. Настя вылетела. Сейчас, надеюсь, зайдет. Пойдем в 24 тела, ничего страшного. Я же говорил, что здесь очень все зависит от того, как вы будете выполнять команду. Там у кого-то урен прокнул, я не знаю, блядь. Кто-то с мильков просто, блядь, подбежал к профу. Оба вернулся, отбежал дальше, блядь. Вот это, ну, кто это бегал, это твой урон, чтоб ты знал, пускай это, сука, будет на твоей совести. Чтоб тебе это ночью приснилось, блядь. Каску дайте, пошаманим. Все, все. Счастливый, вот, паладин. ГЦ шемом. Убьем профов 24, если на Настя не зайдет, тогда поменяем ее. О, Настя уже зашла, отлично. Давайте бахнем. В этом году состоится турнир по шахматам у нашей гильдии. Так, это самое, хаски уже у всех есть, чекай на бафы, чекай на хуй. Итак, все готовы, становимся по местам. Милики, бурс не отдаете? Ну вообще, старайтесь бурс не отдавать, мы все равно стопаем. Все, я выпил, БК агри. Вот. Веди по зеленому сразу. Там куколку подхватывайте. Блинка. Пожалуйста. Буду вам весьма признательным. БЦ можешь кидать тоже щиточек, там, короче, ну, когда он слетает. Я знаю, знаю. Стопайте. Стоп ДД, стоп дома. 85. Вот. 83 уже. Не бейте профа. Зеленого слизня. Зеленого слизня, станьте так, чтобы улететь в КРДД зону, вот, видите? Отбегай, отбегай, Эйдан, иначе выберите я, сдохну уже. Цель зеленого активнее. Отлично, переводим профан. Переводим. Отлично. Так, смотрим, зеленым дебафом зеленого, с красным красного, быстро. ДД по слизням со своими дебафами. Играйте быстрее с слизни со своими дебафами. Цель зеленого больше народа. Я не вижу урона по дамага по зеленому слизню совсем. От зеленого отбегите подальше, подальше, раньше. Цель зеленого больше людей. Красный, смена цели. Нет, замедления нет. Отбежали от красного. Что-то я ничего не чувствую. Ну, блядь, три паладина нахуй, три, блядь, просто нахуй. Ну, блядь, без комментариев, просто. Паладины, нахуя вам паладины, вот шемы там и так дальше, блядь. Бегите, резайтесь. Ого.
бывает такой момент, он может быть далеко от тебя, ты не подумал, отлетел в другую сторону, еще далеко, что-то. Я сейчас вам объясню, вот тут лежит вот... А хули мне твои объяснения, я тебе говорю, то, что был далеко, я выделил его, нажал, а он далеко, что я тебе еще сделаю? Ну, блядь, был далеко, ваши трупаки лежат, вот, ну, все видно, я и хер его знает. Ну, как у вас так получается? Вот постоянно, ну, что-то идет не так. Почему у меня всегда все выходит? Я просто, ну, к себе равняю, типа, и не равняю там на какого-то бибопа, который там всегда бог тактики. Я к себе, тут, ну... Давайте резайте за 5 микрофон. От красного максимальный ренч нужно держать ником. На смене цели тем более. У меня нет реса на мейнфрейме, я не прошел квест. На натуре завтра с утра встану, блин, и съезжу в больницу и пройду квест на паладине. Слышно сейчас меня? А раньше было слышно? Нет. Это Фердинанд, кидай на красного замедление, а Маратрис на зеленого. Ну, Боки. Там не суть в касте, там суть в том, что, блядь, Дрюец стоял в притул красному, вот это бревно. Красный был, и Дрюец тупо стоял возле него. Я видел это, ну, типа, блядь, не повезло, видишь? Потому что Дрюец не соображает, что он может бежать и хилить, типа, ну. Ну что поделать, блядь, не повезло. Пока не кинет мне нужных людей. Ой, крестам ребафнет и каски, кто там бафует, я ничего не сбил. Только, ну, пока на нужных людей не кинет, кто соблюдает тактику, я им объяснял, что здесь дергнуть не получится босса, что здесь надо выполнять тактику команды. Вот, они, ну, не слушают, поэтому, ну, не будем вайпаться, пока они будут вот так вот ебланить. Ну, типа. Эндриага, ты сейчас хочешь уйти? Вот я Ордру взял, Никон, спекайся в сову. Ну куда ты покидаешь пати? Да и по тебе не надо. Ты что? Ты я не покидала. Эндриаги, куда ты ливнула? Тебе по не надо? Так это я кипну, чтобы взять, но суммануть сразу этого вами. Я же чуть завтыкал. Тристан. Дега, нажми камень. Это мы не с меня в ванне. Вот этот Тристан, вот этот. А еще накинь тому приступ, помнишь, который 5.2 на Синдрик тру кикни. Так, этот Тристан покидает рейд. Тоже. Ну, добрали новых людей, они вот два вайпа, и они лохаются. Сейчас. Доберем рейд, сейчас убьем. Просто делайте нормально. Нормально делай, нормально будет. Потом говорите, что я ору. Как на вас не орать, если вы, ну, стоите возле красного? Когда у него идет рекаст. Короче, убьем этот самый. Убьем 24 человека, чек на бафы, чек на тьму. Нету времени вот эту тьму добирать, доберем по ходу дела. Ваня, Шизар, чего не хватает?